Кто такой? Почему нет? Меня Саша зовут. У меня нет веб-камеры. Игнат Тихонович. Алло. Ну? У меня нет веб-камеры. Можно с вами поговорить? Нет, нет, конечно. Без камеры разговора нет. Без камеры нет, да? Нет. Игнат Тихонович, ну хотя бы одну просьбу можете выслушать? Игнат Тихонович. Так, что хотели? Можете назвать меня Саша. Мы с вами ВКонтакте, в ВК. Я ВКонтакте не бываю даже. Я же писал всем. Только в мой мир приходите, тут можем маленько переговорить. Знаю. Помните, вы писали, я вас писал, адекватная анархия. Помните, вы комментировали? Не знаю, о чем говорите-то? Я заступался за ваш лагерь, когда были гонения. Полгода назад я заступался за ваш лагерь и писал в своей группе о вас. И вы комментировали мой ролик. Ну, вы говорите по делу-то. Вот вы найдите глазок-то, и тогда поговорим. Я не... Не позже 9, вы уже опоздали. После 9 у нас уже частное время начинается. Я понимаю, но... Хотя бы можно вам сказать, что... Нет, ничего, меня... сейчас пока разговор окончен, пока на этом. До свидания. Хорошо, до свидания. Говорил положительно, ну еще. Все выключаю тогда. Алло.